Здравствуйте! Сегодня мы попробуем в деле вот такой вот парогенератор. Внутри у него идет медный бачок объемом 2,4 литра. Тен вынесен снаружи бачка. Таким образом, он не соприкасается с водой. То есть на тене не образуется ни накипи, ни каких-то других ненужных нам вещей. Сейчас мы зальем сюда воды. Открываем крышечку. У нас в комплекте есть воронка и есть специальная палочка для измерения уровня воды. Минимальный, максимальный указан. Мы уже немножко сюда залили. Сейчас вот еще зальем. Больше минимума, значит, можно включать. Включаем. Термометр поставим на самый маленький нейлон. Включаем утюг, включаем пар. Когда пар будет готов, загорится индикатор. Так как у нас сейчас пока на нейлоне, то есть температура достаточно будет небольшая. Чтобы проверить, нагрелся или нет, мы возьмем водичку. Капаем. Нет, еще не нагрелся, капли даже не закипают. Ну, быстро что-то сильно захотел. Так, поставим на температуру для шерсти. Давайте. Смотрите, капли закипают, но не отскакивают. Это температура для шерсти. Указатель стоит на двух точках. Лана написано. Теперь переключаем на хлопок. У нас загорелся индикатор пара. Попробуем пар. Видно прям струю такую. Так, смотрим, что у нас с нагревом капельками. Шарики образуются, но не отскакивают. Видите? Вода скатывается в шарики, но не отскакивает. Это для хлопка. И для льна... Сейчас подождем. Это получается самое мощное. Но здесь я посерединке льна поставила, можно еще помощнее. Они прям сразу образуются в шарики и скатываются. Ну и пар, соответственно. Мощный. Большой объем для воды. Тен вынесен наружу. Можно гладить все ткани. А сейчас мы попробуем гладить. Здесь у меня кусочки пачерка старого, лен и столетняя хлопковая ткань. Начнем с пэчворка. То есть тоже кусочки были сделаны давно. Попробуем их отгладить. Прям вот все сразу. Так, первый кусочек прогладился хорошо, второй, ну, чуть похуже, третий похуже и четвертый похуже. Но мне кажется, это больше из-за того, что они лежали вот за счет швов. Сейчас мы попробуем вот эти два последних прогладить. В принципе, два слоя гладится вообще шикарно.
Так, и теперь есть у меня вот эта ткань. Она давно у меня лежала. Какая-то натуральная. Я тоже ее хочу попробовать. Сразу вот несколько слоев. Здесь получается вот 4 слоя. Вот этих вот нижних. Мы сейчас их прям вот так вот и попробуем. Вот крупные тут заломы. Сразу прям переворачиваю с этой стороны. Эту ткань полностью пропарила. Все с первого раза хорошо. То есть со всех сторон мы вот этот кусок делали. А вот этот у нас мятый. Сейчас попробую без пара. Отлично. И попробуем один из тоже самых достаточно таких мнущихся тканей. Это лен. Так. 4 слоя льна. Пробуем. С этой стороны вот я пропарила, с этой стороны вот. В принципе, вполне даже очень хорошо. Сейчас посмотрим, разгладим вот этот шов, который посередине вековой. Вот здесь не глажено, а здесь глажено. Все отлично, совсем справился. Можно выключать?